Лопатуша. Привет, привет, друзья! Вы на канале Лопатуша. Сегодня мы с Соней будем делать что? Замок. Замок. Замок для раскрашивания. Он сделан из гофрокартона. Собирается без клея и без ножниц, как там написано. Вот мы сегодня попробуем его собрать, что у нас из этого получится. А раскрашивать, наверное, будем уже в новом видео, да, Соня? Ну, давайте смотреть, что там. Откроем. Всем привет. Папа у нас присоединился. Что там очень интересно? Ух ты, там еще и фломастеры у нас. Инструкция. Как собирать, да? А этими фломастерами мы будем раскрашивать потом, да, Сонечка? Сначала нам надо его собрать. Замок у нас должен получиться очень красивый. И коврик, да? И фломастеры. Мы еще видели такой же замок, но только он большой, вот прям как детский домик. Мы это, наверное, как-нибудь купим потом, попозже, сначала это сделаем. Потренируемся. Да, потренируемся. А потом большой купим домик и его также соберем и раскрасим. Что там, папа, у нас? Такая вот инструкция. Вот инструкция. Посмотрите. Еще есть. Очень интересно, да? Необычайно подробно. Сейчас все откроем. Вот, подготовочку сделаем. Здесь нужно лишние детали удалить. Это у нас крыша. Это крыша, ты думаешь? Такая крыша. Папа уже у нас собирает. Балкон. Да, балкон еще получается. Это башенка полна, готова уже 4 башенки. Не совсем еще. Не совсем еще, не до конца, да, Сонечка? Соня, ты постаралась, хорошо сделала, да? Быстренько башенки-то налепила. Молодец. Папа совсем не помогал. А папа совсем не помогал. Рядышком просто сидит, что-то там бумажки какие-то крутит в руках. Да, Соня? Красивые башенки получаются. Вон какие красивые. Соня уже с игрушками там сидит, играет. Кто там у тебя уже живет в башенке? Покажи. Кто это? Это киска у тебя живет. Весь стол завален. Вот пол в башенке. Башенки. Вот пол у нас. А в второй башенке есть пол. Покажи, поверни. Вот, правильно. Видели? Один коврик только. Один коврик остался. И два коврика. Два коврика осталось. Еще киска. Еще киска у тебя в замке живет. Киска. Очень интересное занятие, да, Соня? Да. Собирать, раскрашивать. Потом будем раскрашивать, Соня, стены замка. Тут и дверки открываются. Вот посмотрите. Открываются дверки. Вот видите, двери открываются. Есть окна у нас. Пупсик. 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 А здесь вот это вот есть. Вот такое, где открывается. Вот так вот понял и понял игрушку. И понял игрушку. Чуть осталось.
Сонечка, а потом раскрашивать с тобой как будем? Наверное, придется разбирать нам опять башенки. Каждую башенку будем снимать и раскрашивать по отдельности, да? Да, я буду розовым раскрашивать. У тебя все розовое будет? Да. Ну, он и так замок у нас розовый. Вот видите, замок у нас розовый. Башенка. Вот смотрите, какой у нас замок получился. Так, с окнами, с дверьми, да? И лошадка нарисована, и вот уточка, и стульчики. Соня уже вовсю тут играет у нас. Вот дверь и травка. Ну, это мы с тобой раскрасим потом, да, Сонь? И будет вообще очень интересно и красиво. Ну все, всем пока-пока. Вы были на канале Лапатуша. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.